Во вьетнамском кунг-фу есть тест. Свыше красного пояса и выше в ханзакуэн давят некий фрукт, который называется он кимкао. Это показывает крепость большого пальца. Зачем это нужно? Мы поговорим с вами в следующем видео. Но вот как достичь того, чтобы легко давить кимкао? И где же взять нам кимкао? Дело в том, что в России не растет такой фрукт. И а крепость пальца тренировать надо, а если мы его тренируем, нам нужно знать примерно, с какой силы сжать, и у нас работает палец. И для этого мы придумали выход – давить простую картошку. Просто картошку, обычную картошку, сырую, разумеется, не сухую. Так вот, но как же натренировать? Как же нам натренироваться, давить картошку? Ведь не у всех крепкие пальцы в природе, точнее, почти ни у кого. Так на это нам придет на помощь мячик. Просто обычный теннисный мячик. Как тренироваться? Есть несколько вариантов. На статику. То есть мы ставим вот сюда, большим пальцем сжимаем, вдавливаем его в мяч и держим. Двумя. Вдавили, держим. К примеру, 10 секунд. 10 секунд подержали. И после статики у нас происходит с вами динамика, динамическая нагрузка на сжатие. То есть после 10 секунд мы начинаем его сжимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, три подхода. Если вам 10 секунд мало, соответственно, увеличиваем до еще большего времени, например, до 20 секунд. Итого, сжали, продержали так 20 секунд и погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Или 20. Сколько сможем. Доводим так до 100 раз, соответственно, до 100 секунд, и я уверен, ваши пальцы будут просто бронебойные и сильные, и вы с легкостью возьмете любую картошку и сможете ее спокойненько раздавить. Всем удачи, всем могучих предплечий и сильных пальцев.